Доброго дня. Брачное агентство «Сваха». Опять вы. Вашему агентству низкий поклон. Подсовывайте мне на пределе срока годности. Вы мне вообще должны по гарантии. Последний годика не протяну. Может, чаю? Нет! Я ничего в вашем доме ни есть, ни пить не буду. Как хотите, в общем, вопрос понятен. Найдите мне нового мужа. Ни за что. Причина? Я верующий. Меня из-за вас на том свете рая лишат. А на этом работы? Поймите, я не могу быть дома одна, я не могу. У вас и вдвоем долго не получается. Как-то все, знаете, подозрительно. Вы что? Вы думаете, я как-то вот в этом замешана? Ничего я не думаю, но что-то вы с ними явно делаете. Ничего, ну я клянусь вам, мы просто жили. Куда ты? Куда ты в ботинках, ты животное? Ты что думаешь, тут пол сам себя моет, да? Свинота ввалилась своими копытами, цак, цак, цак. Проходите, присаживайтесь. О чем это я? Так вот, просто жили и жили. И на тебе, полез в петлю. Прямо вот